Приветствую вас. Кто может быть альтернативой президенту Зеленскому? Я вам тут показал опрос, который Социус проводил. Но опрос показывает следующее. Да, в первом туре никто не набирает необходимое количество голосов. На первом месте там Зеленский, там Порошенко или там Бойко, может быть, ну, на третьем месте, но все может поменяться. И здесь возникает ситуация. Если будет второй тур, Зеленский всех обыграет. И Порошенко, и Бойко, ну даже если будет Тимошенко, тоже выиграет. И тут сразу возникает вопрос, а есть ли альтернатива? Зрители сказали, ну вот один зритель сказал, что альтернатива может быть Михаил Чаплыга. Но я его знаю, грех не сказать пару слов. Нет, молодец. Выступает шикарно, удар держит замечательно, вот с ним паритет, чувствует, знаете. Потому что есть некоторые, ну неинтересно, ты его, а он да. Лозунги обалдеть, популистичны высшего порядка, высшего, молодец, действительно, он говорит то, что толпа нравится, там, великие, зарплата большая, пенсия сумасшедшая, национализируем, чистейший популизм, спорить не буду, но может ли он быть вообще кандидатом в президент, маловероятно. Нет политической силы, да, харизма хорошая, но нужна еще политическая сила, нужна. А кто может быть действительно альтернатива Зеленскому? Разумков. Абсолютно реально. Смотрите, на сегодняшний момент вы можете сколько угодно ругать, там, да, нет. У него самый маленький антирейтинг, самый маленький. И он очень хитро ведет политику, у него антирейтинг не растет, у Зеленского больше. Если Разумкова сравнить с Зеленским. Другое дело, у Порошенко, Бойко антирейтинг еще больше, Тимошенко тем более. Разумков может быть. Гройсман может быть. Да, 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 не удивляйтесь. Он сейчас так дистанцировался от Порошенко. И уже немножко люди подзабыли, как он был премьером. Это тоже интересная ситуация. Вот люди подзабывают, когда ругали Гройсмана, когда он был премьером. Уже забыли. Сейчас ругают. Дениса Шмигаля говорит, ой, какой плохой. А вот, да. Так что действительно, два реальных кандидата, конкуренты Зеленскому, с моей точки зрения, это действительно или Разумков, или Гройсман. А вы напишите свои точки зрения. Вот, кроме Михи Чаплыги, кто еще может быть таким, ну, как бы, альтернативным конкурентом Зеленского? А ну, покажите класс. Давайте.